Последний зимний, но по-весеннему солнечный и теплый день в Бельцах случился футбольный праздник. Болельщики и фанаты, пришедшие поддержать бельскую команду на стадион «Пищевик», получили уйму положительных эмоций. Игра 21-го тура национальной дивизии между Бельской «Зарей» и Кишиневской академией завершилась крупной победой красно-черных 6-0. На 34-й минуте первого тайма ворота соперника распечатал Игорь Бугаев. Со счетом 1-0 команды отправились на перерыв в раздевалке. Во втором тайме, спустя буквально 5 минут после стартового свистка, мяч в ворота академии послал Максим Михалев. 2-0. Третий гол не заставил себя долго ждать. Спустя еще 2 минуты ворота кишиневцев поразил Игорь Цыгырлаш. 3-0. Вышедший на поле на 72-й минуте встречи Георгий Овсянников через 7 минут увеличил счет до 4-0. Под занавес встречи на 88-й минуте матча автором 5-го гола «Зари» стал Вадим Гульчак. А точку в этом поединке поставил отличившийся в первом тайме Максим Михалев. На 92-й минуте он увеличил счет до 6-0, который стал итоговым. Кишиневская академия проиграла бельчанам в сухую, а «Заря», взяв в итоге этой встречи 3 очка как минимум, в течение суток будет лидировать в турнирной таблице чемпионата Молдовы по футболу 2016-2017. На 1 марта запланировано 3 поединка национальной дивизии, в одном из которых за победу в 21-м туре будет бороться и Аргеевский «Милсами», опережавший бельчан на 1 очко. В случае победы «Красных Орлов» «Заря» спустится на 2-ю строчку турнирной таблицы, но опять же, отставая всего на 1 пункт. Следующий поединок «Зари» пройдет 4 марта в Ниспаренах. Бельская команда сыграет с футбольным клубом «Спиранца», который на данный момент занимает 8-е место в чемпионате. Начало встречи в 14:00.